Всем привет, с вами Энтони Бартолмео. И сегодня мы будем играть в Thump на Advanced FFLO. Давайте пропишем команду Leaders. Обратим внимание вот на эту строчку. Что же мы там видим? Что, Гош? Что же мы там видим? И что же мы там видим, да? Какой-то Бартоломоус там на видео, какой-то Бартоломоус сняли. Да, какой-то Бартоломоус стал на сухопутные войска. Какой-то. Какого-то сняли, какого-то поставили. Да. Обожаю Блу. В общем, я теперь лидер сухопутных войск со вчерашнего дня. По обзвону прошел. И вообще все отлично. Финн сейчас, правда, маленький, 16, надо сейчас повышать. Прилайнит 400. Ну, сейчас этот всеобщий строй сделаю. Напрягу офицера, чтобы раздал посты. Склад у нас полный. За металлом там ездят рядовые, чтобы повыситься на эфрейтера. В общем, все вообще отлично. Гоша сейчас с телефона создает темы. Всякие. Слушаю. В общем, жду вас в своей армии. Вступайте в ряды сухопутных войск на КПП или пишите мне в СМС на 6 пятерок. Либо на 40 тысяч. Либо на 40 тысяч, да. 400 тысяч, точнее, это Гоша. Да. Хэм просится. Мы никого не игнорим, мы ждем всех. Нам важен каждый из вас. Да, да. Капс С. Как можем в С капсить? Лицензии. И поездку. Таксист. По сути, ведь можно не только в военкомате принимать, да? Ну, на КПП. А, именно на КПП? Ну, там, на территории своей базы. Ну вот, на территории. Отлично. Что такое МГ? ДМТК, СМС. Там он вообще пожарная машина какая-то ездит. Это админ, по-моему. Сейчас посмотрим. Нет, это пожарный какой-то. Сядьте. Так. 163. ЧС, ЧС пишет. Сейчас устраним ЧС. Надо занимать военкомат, короче, Гош. Ну, я с телефона не могу. С телефона занять военкомат не можешь? Нет. Жалко. В общем, все, короче, давайте идите к нам в СВ. Слушаю, всех ждем. Меня даже админы сказали, что можешь стримить продолжать на генерале. Выдайте норму. Give patter. 183.50. Надо вообще на поставь. А, вот, видите, то есть вообще все. Адекватные офицеры, адекватные печени. Можно, может, кстати, обед это замутить уже 14.30. Можно. Всеобщий строй на ОС. В 11 утра позавтракали уже. Сейчас пообедаем. Отыграл я сегодня пока что мало. 2 часа. АФК 11 минут. Но я отыграю 5 плюс обязательно. Даже может 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ты загнул, у нас сегодня еще этот. А, ну да. Ну ладно. В общем, часов 7 отыграем, да, потом РФ-события будет. Так. Равнение. Налево. В столовую шагом марш! Да, так вот. Давайте, ну. Можно до столовой. Куда он обгоняется? Как раз тут ХП у всех почти не полный.
В общем, сейчас будут вообще здоровские видосы, да, Гош? Да, Киш. На доверку я поставлю Эстебана Бартоломео, вот старшина сейчас, который он ночью склад поднимал со 150 до 200. Это он герой. Такой шок. Да. Ми пожал руку, да, Гош? Да, Киш. Еще, кстати, через полтора часа сервер в Майне открыть надо будет. Да. Здорово тоже. Ну, в общем, я буду фрафтить вообще абсолютно все. Я думаю, на лидерке же это весело. Всегда кто-то тебе пишет в смс там. Буду повышать финт. Все дела. Все, в общем, здорово. Да, Гош? Да. Тише, скажи. Артём Андрей меня поздравляет, знаешь его? Да. ОСЧС, да лол. Опять там ЧС. Всегда ЧС. Сейчас почему-то очень часто реально стали рашить. Хейкеры. Да, да, да. Мне интересно, тебя вообще слышно, нет? Да, должно быть. Ну да. Сейчас там этот устранят, там ЧС. И все опять в столовую побегут. Вечером какую-нибудь РФ-тренировку надо будет замутить. Ты, у тебя есть планы, Гош? Ну там типа заплывчик, рубашка, бег, все такое прикольненькое, миленькое. Какой заплывчик, где? Деление по картам там, знаешь? А, угу. Где банк еще? Да, можно. Надо призыв сейчас сделать. Финт маленький. Ты там темку создаешь? Угу. Много уже написал? Да. Я уже шрифт делаю. Отлично. Ты уже все типа заполнил? Понятно. Как же долго на Альте идти до столовой от ОС? Да, скажи, что бежали. Нет, мы тут шагом идем, там строим прямо. Можешь не заводить пока что. Это почему? Почему не заводить? Я в столовку иду, Руслан, и все уже. Поздно. Берем подносы и садимся. Приятного аппетита. Начинаем прием пищи. А вы не будете? Буду, конечно. Мне некогда долго есть. Закончили прием пищи. Все за работу. Ну, в общем, сейчас девяток наберу нормальных, и будет полегче стоять. С форумом заполним, модерку дадут. Да, Гош? Да. И будет полегче. Останется просто там, ну, призывы делать, да, по сути? За... Призывы, РПшки, тренировки и все да, такое. Он мне этот Коба-розетка хочет перевестись, да. Рядовые на посты. ВВО на поставки. А офицер за работу, правильно? Правильно. За работу. Так ты точно. Там назначить дежурного офицера, там кто будет следить за всем. Вы за... на КПП-1.
Через 30 минут можно полигончик сделать. Можешь мне за патронами сгонять? Нет, там что, военкомата нет? Да. Ну, значит, контролирую базу, чтобы все поступили. Хорошо. А, ну так еще запас 15 ящиков. Во. Топ-кек. На обзвон я буду делать, да, заявки открывать. У меня, смотрите, шувал какой. По убыванию ранга, вот, смотрите. 1.9 Федерико Бартоломео, и то это временно. Потом 4 7, 6, 4 всего лишь. 5 много, но их неограниченное количество, 6 тоже. Вольт ПСЖ. Так, я вот не помню. Вот это вот, по-моему, да. Какой там ПСЖ? Это ПСЖ 190 по СЖ. Убрал КПК. Слушаю. Причина. Так, точно. Так, 239, 239, 239. Убрал КПК. Может, еще полигон через 25 минут. Никена Кацуки пишет опять финт. 17. О, Ваня принес это. Отлично, тащи, написал. Кен. ВВС. После вас военкомат не занят. Должности я еще офицерам тоже не всем раздал. Ну там же этим, двум человекам ты раздал, ведь, нет? Ну, да. Стол скринов, юбилей. ВС. Мы займем военкомат. Команд после вас. Я поехал тогда, пока военкомат ждать, да, или что? ВВС вроде, но они что-то игнорят. Никак нет, пишет. ВНФ занимали. Голман пишет, никак нет. Сколько у вас в штате? 17. Я не сейчас занимать хочу. А после вас. Спасибо. Давайте. КХМ, давайте. Ну все, тогда мне этот Голдман военкомат отдал. Все-таки он нормальный парень-то. Ну, можно и поспорить. Ну, Гош. То, как он меня в конференции обсирал. Автобус и охрану военкомат. Сори, что скайп теперь такой, там флудят в КФ лидеры, в КФ министерство. Старшина-то там гашит неплохо. Тони Тайлер. Блин, капец, флуд в скайпе. Ужас какой-то. Тихий ужас. Никак нет. Эстебан. Прием. Вы где?
Ну все, в общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Приходите к нам в армию, своей играйте на бубу. И всем пока.